Три группы браконьеров задержали сотрудники экономической безопасности на реках Татарстана. Задержанные ловили рыбу сетями, в том числе и в особо охраняемых природных зонах. Алина Бережная о незаконном улове и возможной за него ответственности. Сети, орудия лова, 30 запутавшихся в них рыб изъяли сотрудники экономической безопасности у троих мужчин. Они занимались незаконным ловом на реке Кама в особо охраняемой природной зоне Куйбышевского водохранилища. Вместе с тем, в начале мая задержаны двое других мужчин, которые, находясь на берегу реки Меликеска, также осуществляли ловлю рыбы сетями. В ходе осмотра изъята рыба, а также орудие лова. В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. А в отношении 3 мужчин, незаконно ловивших рыбу в Петрищинском районе на реке Меша, сейчас только решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Они были задержаны с поличным прямо во время незаконной рыбалки. Алина Бережная, Вызов 112.